Похоже, предстоящая страда доставит много неприятных хлопот аграриям. На неделе в Минсельхозе признали, что ситуация с саранчой упущена. В ведомстве прогнозируют нашествие вредителей, но препараты не закуплены. Помимо Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, может пострадать урожай и на Востоке. В общей сложности вредители могут испортить до 2 миллионов гектаров земель. В 2018-м планируется обработать почти 640 тысяч гектаров. Впервые за долгие годы не сформирован запас препаратов против этих насекомых. На складах всего 7%. Оказывается, госзакупки проводились с нарушениями. По этой причине уволили руководителей комитетов. Сейчас ведется служебное расследование. В этом году на защиту от саранчи из республиканского бюджета выделят 3,6 миллиардов тенге.